К слову, соучастником подобного преступления сотрудники полиции могут посчитать любого, кто покупает незаконно выловленную рыбу. Это расценивается как покупка имущества, приобретенного преступным путем. А если речь идет о сибирском осетре, то это всегда нелегальный отлов. Если граждане его приобретают, осознавая, что эта особь занесена в Красную книгу, то они становятся автоматически преступниками именно в части приобретения имущества, добытого преступным путем. Однозначно здесь получается. Да, поэтому здесь хочу наших граждан предостеречь. Запретный плод, хоть он и сладок, как говорится, но лучше с этим не играть.